Ребят, и перед началом данного видеоролика я бы хотел посоветовать канал Кэм Старка. Парень снимает интересные видео по различным мини-играм, такие как Skywars, голодные игры и многое другое. Также хочу отметить, у него довольно приятное оформление и качественный монтаж. Он пока что снимает видео без микрофона, но в скором времени у него будут видео с голосом, так что советую вам подписаться, чтобы не пропустить ничего нового. Ссылочка будет в описании и аннотация на экране. А мы, ребятки, приступаем к ролику. Погнали! Bitch, I bet I would on the low. What's up with you, ho? Bitch, you smoking draw. Bet you know, bust like 44 when I spit that flow, cause we go. И всем привет, ребят, с вами я, Домер, и сегодня мы играем в Skywars на очередь Вайн Ворлд. Также сегодня с нами Steel Kid. Всем привет. Так, и первым делом я сейчас буду строиться на центр, так как на центре у нас топ-шмот. Тогда я буду строиться через этого пацана, потому что он быстрее всех простроится на центр, и мне будет намного выгоднее через него простроиться. И сейчас я их просто скину когда-нибудь рядом с центром и сам достроюсь. Так, у меня для тебя попал солдат. Стёрки, давай ко мне быстрее, дуй, и сейчас мы просто затащим. Смотри, сейчас те чувачки начнут... Так, бери алмазный меч сзади. Спасибо. Дай мне из брони что-то, плиз. Давай, прыгай, просто прыгай. Прыгай. Я прыгну. Я беру на себя бомжа. Да я всех слил, братан. Красавчик. Ребятки, придется мне походу одному тащить, так как Стилкида убили. Но я походу не вовремя прыгнул, да, Стилкид? Да, вообще не вовремя. Так, я, ну вовремя. Ладно, как бы. И, ребятки, что я вам хочу сказать. У меня в субботу пройдут соревнования по тэквондо. Если вы верите в мою победу, пожалуйста, напишите хэштег Домервин. Мне будет очень, как бы, приятно. И тем самым вы меня просто поддержите в комментариях. Вообще будет шикарно. Мне очень понравится ваша поддержка, так как именно вы как бы меня мотивируете на все. На то, что снимать ролики, на то, что как бы играть просто вместе с вами, вас веселить, как бы, и все такое. Нифига себе, тут у нас топ-шмон был. Так, Стилкид, поскольку ты у нас зритель, будешь мне как бы подсказывать, кто где находится, ладно? Да. Договорились, братан? Так, все. Так как нам Стилкид уже будет подсказывать это все, мы, скорее всего, просто выиграем на изи. И, ребятки, если мы наберем 80 лайков, то сразу же выйдет новый ролик. Так, я, пожалуй, съем золотое яблочко. И, ребятки, что я вам хочу сказать. Видосики с веб-камерой я буду выпускать просто как бы на юбилей, там, на 4000 подписчиков я уже выпустил этот ролик, потом на 5000 подписчиков он тоже будет, но все, ребятки, вот на 5, на 6, на 7000 подписчиков просто будет ролик с вебкой, так как ролик с вебкой намного труднее снимать, чем вы думаете. Это я не снимаю, как там Фирамир, к примеру, либо же Steel Kid. Я, ребятки, просто ставлю камеру, ставлю ее на штатив, потом это все надо смонтировать, выбрать определенный кадр, где мой голос сходится с голосом на как бы на камере. Так, и у меня чувачок стреляет с лука. Сейчас я постараюсь залутать центр, и мы взорвем потом все вот это вот, все, что здесь есть. Будем надеяться, что мистический сундучок не взорвется, так как это будет очень обидно, если он взорвется. Стилкид, ты тут? Угу. А то как бы я все время говорю. Так. Нифига себе у нас, ребятки, здесь шмот был, но я думаю, мы просто обязательно затащим, так как здесь был просто топ-шмот. Я, походу, штаны выкинул, да? Да, я выкинул штаны, сейчас я их подберу. Так, сейчас, ребятки, секундочку. Так, ты, если что, говори, если ко мне прибегут, что... Стоп, у меня были другие штаны. Так, один к тебе идет. Так, подожди, надо его убить. Я не хочу... Он гол, он голенький, он к тебе спрыгнул. Все, ребят, это просто изи-килл. Я надеюсь, что вы поставите лайк, так как... Нет. Просто мне очень нужна ваша поддержка, так как, ладно, убили силы мысли, в принципе, ничего нового, я ничему не удивляюсь, даже иногда я так умираю, когда случайно брат такой приходит, говорит: Серега, дай поиграть, я такой: братан, секундочку, он такой начинает меня толкать, я такой: хыдыщ, все, бежал прямо, убежал влево. Ладно, с кем не бывает, я думаю, у каждого была такая ситуация, либо же залипание клавиш, да, Стилкид? О, да, это просто залип клавиш, ты такой стоишь на месте, а ты такой назад идешь и падаешь. Я думаю, я сейчас упаду. Но я не упал, ребятки. Будем ждать дезматча. Это самый выгодный для меня вариант, чтобы затащить. Ну, либо же облутать еще раз мистический сундук, потом еще раз заблутать его. Но я как бы не хочу растягивать наш ролик на 10 минут еще.
Так надо как кого-нибудь еще, кроме меня, убить. Либо же найти как бы Ender Pearl и потелепортироваться к игрокам. Это будет самый просто выгодный вариант. Убить Тиму. И тогда сразу же через минуту начнется дезматч просто. Все будет хорошо. Так, осталось минута 50 до открытия мистического сундучка. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь из них начнет куда-нибудь строиться, и я его скину, так как со скольки игроков дезматч начинается, Стилкит? Дезматч будет через 10 минут что-то. Нет, дезматч обычно у нас начинается, по-моему, либо же с 5 игроков, либо же с 4. Нет, с 3 игроков не начинается, потому что, по сути, должно остаться 2 тимы, как бы. Так. Нет, то есть с 4. Ты у меня лагаешь. Нет, с 4, по-моему, Стилкит. Ну, я не знаю. Так, сейчас будем тогда с тобой тащить просто, ребятки. Я надеюсь на вашу поддержку, то, что вы как бы напишите хэштег DomerWin. И на соревнованиях я просто обязательно затащу, и в игре тоже. Так, короче, так как мне просто на центре нечего делать, я его взорву. Как тебе такой вариант? Сейчас я возьму кирочку, то как бы я хочу вот прокопать там, где у нас редстоун есть, так как если мы взорвем, ребятки, редстоун TNT, скорее всего мы просто уйдем в большой-большой плюс, так. Ставим здесь TNT и поджигаем просто. И мы просто отходим, смотрим, как бы, что сейчас произойдет. Так, я ушел в плюс 2 хп, ребят. Нифига себе! Стилкит. Че? Я знаешь, во сколько хп ушел в плюс? Сколько? В 6 хп ушел в плюс, понимаешь? В 6 хп ушел в плюс. Я думаю, что тут какой-то баг, который у меня тоже есть. Если ты бомбанешь редстоун, да, то у тебя хп только в плюс. Да, вот это самая главная фишка, как бы, или баг в Aim World. Если вы взрываете редстоун TNT, то вы просто уходите в огромный плюс. Вы никогда не уйдете в минус, это я вам гарантирую. И открывается у нас мистический сундук. У нас есть не топ, конечно, лук, но у нас теперь есть топ-шлем. Это уже хорошо. И есть Ender Pearl, если мы его кинем и убьем какого-то игрока, то начнется дезматч. Сейчас мы будем проверять нашу удачу, Стилкит, где? Ага, я вижу как бы Тиму сейчас. Я просто не боясь прыгну к ним и солью эту Тиму, так как у меня, понимаешь, плюс 6 хп. И плюс золотое яблочко, у меня плюс 8 хп, понимаешь? Ну да, хотя математика у тебя крутая. Ребят, просто жесть. И, кстати, кто еще не знал, вот вы мне как бы просили купить себе коврик, я специально как бы для вас купил коврик. Так, начинаем их бить. Так, все. Сейчас, я думаю, первый килл сделаем. Все, первый килл мы сделали, ребятки. И так как у меня плюс 8 хп было, они мне просто, понимаешь, знаешь, сколько хп сняли? Сколько? 2 хп сняли. Потому что я съел как бы еще золотое яблочко. Вот видишь, как бы дезматч уже начинается. Я сейчас вернусь на центр, надо залутать шмот, который остался на центре. Либо же у нас есть TNT, ребятки. Сейчас мы просто уйдем в огромный плюсик. Ого. Так, сейчас я буду бомбить. Смотрите, сколько здесь у нас редстоуна есть сейчас. Просто немножечко взорвем. Так как я не хочу делать большой взрыв, так как я могу умереть, и это будет довольно-таки обидно. Все, я ушел в плюс 8 хп. Ай. Ребят, это просто изи вин. Мы уже в плюс... Из-за этого... Плюс 9 хп, ребят, просто жесть. А на из-за этого ты пошел слишком плюс. С вами был Домер, я надеюсь, что вы поставите огромный палец вверх, и Стилкит с вами тоже был. И если мы наберем 80 лайков, то сразу же выйдет новый ролик. Я не знаю, как тут пацан умер, Стилкит, как он умер. Я не знаю, я смотрел твои. Просто, ребят, жесть, мы ушли в плюс 9 хп, это просто жесть. Без яблочек, ребят, плюс 9 хп, это просто офигеть. Я надеюсь, что вы поставите огромный палец вверх и подпишитесь на наши каналы, ссылочки на них вы найдете в описании. А на этом все, с вами был Домер и Стилкит. Всем удачи, всем пока, ребят. Всем пока, ребят.